Всем привет! Меня зовут Алина, и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам показать свои работы, которые я навязала. Извините за такое качество видео, так как я снимаю уже вечером, можно сказать, уже ночь. Так как некоторые мои работы завтра с утра я должна отдать, поэтому хочу вам показать то, что я навязала. И начну я вот с такого палантина. Этот палантин я вязала для учительницы моей старшей дочери в школу. Вязала я его крючком. Вот такой узорчик. Тут такие кисточки. Вязала я вот из такой пряжи. Ализе Ангора Голд. 100 граммов 550 метров. Вязала я крючком 3,5. В составе входит 80% акрил, 10% мохер и 10% шерсть. Тут крючок рекомендует 2,4 и спицы 3,6. Ушло у меня почти 2 мотка, а получился он больше 2 метров и шириной больше 60 сантиметров. Вот он даже не помещается весь. Я постараюсь вставить фотографии его, как-то сфотографировать. Он идет, секционное окрашивание идет эта пряжа. Я как-то раньше вязала из такой пряжи шали, мне очень понравилось. А палантин, он получается еще красивее. Я взяла такой простой узор. Если кому-то интересно, как вяжется этот узор, я покажу мастер-класс. Вот он идет вот такими полосочками, переходящие в темный, светлым. Очень классный, мягкий. Я надеюсь, ей очень понравится этот палантин. Это я связала ко дню 8 марта. И дальше. Еще хочу вам показать еще одну мою куколку. Лала Лупси, связана по той же схеме, как я и раньше показывала. Обязательно оставлю ссылку на мастер-класс, который есть, то есть описание есть в интернете. Платье тоже вверх я связала крючком на пуговке. Платье у меня из ткани. Внизу я прошила кружева. Эту ткань я показывала, я заказывала ее на Алиэкспресс, я показывала в своих покупках. Очень довольна, кстати, этой тканью. Советую, проходите обязательно и заказывайте. Вот она имеет ростом 19 сантиметров. Ручки я также не набивала, ножки только чуть-чуть внизу. Глазки обыкновенные, пуговки. Связала я крючком номер 2 и 1. Хвостики, такие пружинки, пришиты отдельно. Очень миленькая получилась, очень красивая. Я вязала такой же самый, только платье у нее было в зеленом цвете. А это идет в таком сиреневом цвете, нежном сиреневом цвете. Еще хочу показать, я вот связала маленьких цветочков. Это у нас вот такой. Я его только научилась, как вязать их. Подснежник такой. И вот такой бутончик. Я их связала для украшений своих фотографий. Вот, например, когда я фотографирую куколки, там игрушки. Ну, и вот еще одну вот такую. Тут ствол я сделала из обыкновенной зубочисткой. Вот тут у меня желтенькие бусинки. Розочку такую, лепесточки. Такие. И приклеила. Вот такой цветочек получается. Вот. Можно так, куколки. И хочу поздравить всех с наступающим 8 марта. Желаю вам всем здоровья, счастья, удачи,
в ваших творческих делах и в жизни. Всем счастливой жизни, удачи, везения, любви. Я поздравляю всех моих подписчиков, кто подписался, кто не подписался, можете подписаться. Кому интересен мой канал, будут еще многие разные мастер-классы и многое другое интересное. Спасибо за внимание. Вязала я еще вот таких пинеточек в бирюзовом цвете, маленькие. У меня тут для формы пакетики стоят. И красные. Вот я тут кружева пришила. Все эти пинеточки связаны по мастер-классу. Ой, не перепутать бы. В принципе, я оставлю все ссылки, на которые у меня есть мастер-класс, либо описание. Ой, я не помню. Ой, извините, да. Саша Мун. Связано по мастер-классу вот эти пинеточки. Саша Мун очень хорошо объясняет. И перейдете обязательно по ссылке и свяжите и вы такие пинеточки. Связала я для взрослого вот такие слитки. Тоже по мастер-классу в Ютубе. Тут я уже экспериментировала с цветом, с рядами, с количеством петель. Так как я уже вяжу, связала, вернее, две пары, это уже третья пара таких. Я вставлю фотографии, которые я уже вязала ранее, такие же, только разные расцветки. Вот, на ножке очень красиво они смотрятся. Также в конце будут фотографии, как на ножке смотрятся. Вот такую пару. Как вы знаете из предыдущего видео, я показывала, что я готовлюсь к 8 марта, буду стоять на рынке. Вот я и пинетки, и вот эти буду брать с собой на рынок продавать. Вязала я из акриловой и пряжи. Вот такие красивые, яркие, нарядные пинеточки. Для взрослых они очень хорошо тянутся, подходят так, как для 37 размера по 41 размера. Очень мне нравится. Вот пятка тут не сползает. Очень классные и тепленькие получаются. И еще я навязала вот таких мишек сиреневого цвета и такого же цвета, как и пинетки, бирюзового цвета. Вот этот получился немного больше, так как нитка немного толще. Разные фирмы, но немного больше получился. Таких мишек навязала. Еще навязала вот такую шапочку уже весеннюю. Тут у меня идет тоже все я вязала из остатков пряжи, вот такими ажурными дорожками, узоры такие вот красивые, размер где-то 47-50 также подойдет. Цветочек связала крючком, я думаю, в Ютубе тоже вы все найдете такой. И шапочка тоже связана по мастер-классу из Ютуба. Я обязательно покажу. Оставлю в описании все ссылки, как я и говорила, обязательно оставлю. Еще я связала вот такую кото-шапку. Тоже по мастер-классу из Ютуба, красного цвета. Первый раз. Она очень хорошо тянется. Подходит как для 48-55 даже. Вот, она очень хорошо тянется. У меня получилось спицами. Тут тоже есть мастер-класс на Ютубе. Понятно. Пока один раз не свяжете, вы не сможете регулировать петли и размер. Обязательно свяжите по мастер-классу, потом будет вам доступно. Понятно, как можно убавлять, чтобы был меньше размера или больше. Но это... Шапочка не совсем для новичков, я так считаю. Но есть такие новички, что им очень даже и понятно, как это все вяжется. Вот у нас сбоку я вязала по кругу
по кругу способом Magic Club, как и эту шапочку, так и эту шапочку. Первый раз мне очень понравился этот способ и достаточно легко. И еще, наконец, я вам покажу вот такую куколку. Мне дала ее воспитательница с детского сада, попросила связать ей одежду. Связала я вот такую кофточку из остатков пряжи спицами, обвязала крючком и сделала петельки для пуговиц. Штанишки я обвязала спицами, и тут вот резинку я чуть-чуть выше связала, согнула, пришила ее вот на машинке и всунула сюда резинку. Шапочку я вязала крючком вот с таким миленьким пупончиком по мастер-классу Ольги Аск. Она вязала таких шапочек для своих зайчиков, а я связала для куклы. Мне очень понравилось, как эта кукла смотрится в таком наряде. Пуговки очень красиво получилось, утепленное. Если успею, еще свяжу маленькие носочки. Вот такая миленькая шапочка получилась. Это резинка. Кофточку я уже сама вязала, я в принципе тут ничего сложного, линия легла на вот эти такие дырочки, штанишки, очень красиво все получилось. Если есть какие-то вопросы, задавайте, буду рада отвечать на ваши все вопросы. Спасибо за внимание, пока-пока!